Дома не короля будет убивать. Ну, это, по-моему, я точно не помню. Ладно, попробуем. То есть, это первый этап сейчас. Но они его почти прошли, нам осталось 8 минут. Не, а потом она обнулится, таймер, еще добавится 15 минут, и опять, Так она что? Нет, должно же быть какой-то достойной победы для нас. Ну, разбить. Что? Бля, они меня просто в углу зажали и изнасиловали своими большими мечами. Ой, так, Саша, вот ты появился за тебя. Давай, 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 Саша, делай квитер, давай. Мы должны защитить крестьян. Мы слишком... А, уже один остался. Мы слишком поздно зашли, чтобы спасти этих ребят. Это... Вон бежит одна, скотина такая, смотри. Обалдеть, он с тобой дрался и меня порубил. Да ебать. Где эти крестьяне? Не вижу. Защитить прилавки. Обалдеть. Да по очереди, блядь, собаки. Сука дикие. Ага. Я возобновился внешнего периметра. Да, сейчас нам нужно... Защитить замок. Да. А потом защитить короля будет, да? Нажмите Е, чтобы использовать. Что за кого? Арбалет какой-то хуевастенький. Короче, я так пойду помогу нашим. Просто подошел ему руку отрезал. Вон там, где защитить, я туда бегу. На самую левую эту. Нормально, тип за нашу катапульту залез. Нормально, опять вдвоем. Где ты лазишь? Да тут карта больше. Обалдеть, они меня убили, еще голову не отрезали. Давай же мертвый лежим. Варвар. Тип в новогодней шапочке так. Сидит. Нам катапульт надо защищать? Я и фиг его знаю. Замок? Ты, сука, еще выжил, а? Ну, смотри, с одной тычки меня зарубил. Ну, елки-палки. Три раза его пырнул. У нас тут тип на воздухе повесился. Сзади тебя рубят. Ай, блядь. Сука. Думал, пчелка кусает? Да. Ну давай, тип со своим длинным мечом. С топором своим порубишь, гандон. Я таких, как ты, на завтрак жрал. Давай. На. Сволочуга. Так. Вон сзади, сзади тебя, сзади тебя. Их тут много бежит, Саша. Ну, у нас еще один тип сзади. Охуеть, топором убил.
Я не понимаю, мы защищаем или не защищаем? Мы защищаем, защищаем катапульты. Ну и у нас это получается или нет? Не дайте ордену, что Ну, нибудь. они должны разбить их. То есть две еще есть. Таких и было две. А. Ну, или. Они из катапульт стреляют по стенам. Да, я теперь вижу. Надо их разворачивать, что ли? Охуеть, меня только что. Зачем меня свой же бьет? Не знаю. Давай вон туда шмаль. Вон они на то и налево, они с левой хорошо лупят. Они ее постоянно занимают. Я бегу. Что? Ты видел, что он сделал? Что? Он своему в голову попал этой стрелой. В дроводесе стоял, вот он. Нет, сейчас я разверну прикрой меня. Промахнулся Акила в прыжке. Нормально порубали его. Пошли на ту. Нам нельзя разделяться. Точнее, нам надо разделиться. Кто это? Чем это? Ах ты, сука, крыса сзади. Давай, да. Этого надо пройти и туда пойти нашим помочь. У меня ХП, у меня аж экран серый. Охуеть. Что ж ты подошел так близко, а? Я кинулся на врага, чтобы сломить его. Сломить его дух. Стоп. 4 минуты осталось. На правой катапульте нечисто. Там вообще жопа на правой. Там 3 человека, и они почему-то друг друга пиздером. Че, огонь тут? У меня серый экран. Топоры, блядь, бросают. Ах! Прям впритык! Фиксер, было на лучника, мне у парня лезть. Я же знаю, как, насколько это опасно. Парень, я себе сейчас тоже возьму лучника с коротким луком. С заточечкой. А какая разница между наконечник Боткин и широкий наконечник? Вот это я сам. Ладно. Не важно. Так. Ваш текущий класс лучше. Так, Саша, теперь я лучник, теперь я буду уничтожить. Не попал. Не попал. Саша, у меня тут перестрелка на правой катапульте. Дебил, прям в лоб. Ебать, что же это такое? Все, Саша, я просто... Ух ты! Ёб твою мать! Блять, ну у меня сзади тип подбежал, просто мне ноги отрубил. Ну в чем мне никто не это... Двуручным мечом, ну как там? А, подожди. 2 минуты осталось. 2 минуты. Должно быть какое-то условие победы. Если мы сдержали, значит мы выиграли. Если они за 2 минуты не пробьют, значит мы выиграли. Ну я же говорю. Если они пробивают, то начинается новый этап. Да, да, да. И опять время спас. Я же говорю, что как бы они... Сука! Прикинь, прям передо мной лучник пробил. Скотина, надо похватиться за это. На, я еще одну бронь в глаз попал. На, вы мне в шею попали. Теперь что-то надо защитить-то. Защитить статую львов. 5 минут. Три. Че три? Статую или три? А, я думал, 3 минут. Карты такие хорошие, большие. Вон тип бежит.
это мы в каком-то зале делимся. Блять, промахнулся. Опять промахнулся. Наконец-то вы его убили, я уже хотел его сам убивать. Вон там дышит. А это свой? Ой, тут лучников. А ебать, их там очень много. Возьму я тоже. Рыцаря, блядь. Есть, в голову дал. Мне сзади порубал. Просто подошел, как бы и порубал меня. То есть он такой думает, а че бы мне тебя не порубать? И порубал. Ладно, все, я беру сейчас своего пехотинца любимого и, короче, сейчас буду бить, ломать лица просто. Все, вот, Саша, терпел, ты, конечно, извини, но все. Я больше не могу терпеть. А кто там, блядь, кричит, как будто бы по жопе? Да нет, кто-то прыгает, так кричит, будто по жопе, его, точнее, порят, блядь. Какой-то нибудь, не знаю, палкой, блядь, или ремнем. Да не, они меня в три стручка так хлоп-хлоп и все. Вообще жесть просто. Три минуты осталось. Мне кажется, они специально тянут, а потом бах и выиграли. Может быть. Да точно тебе говорю. Мне нравится, когда он орёт на улице, он как бы на улице, когда он в помещении заходит, прямо эхо идёт. Осталось раз, два, три. Три статуи. Блять, сука, какая-то дума накидалась. Я ещё своего убил. И меня свой убил. Не знаю, только что было какая-то хрень непонятная. Вот я сейчас ворвался на их лучников, у них был тяж, который их защищал. То есть я забежал, их там трое стояло, они начали прыгать, как куропатки сразу. И выбежал тяж со щитом и начал как бы со мной сразу в дуэль вступил. У нас же не, блядь, каждый, сука, дрочит друг другу, без друг кому на луну и все. Лучники за себя, тяжи за себя, герои типа меня за себя. А, сука, выждал. 15 секунд я возрождаюсь за то, что убил своего. Тип только что ошибку большую допустил. У него был длинный меч, а он взял короткий топорик со мной драться. Вот что-что, а на ближнем, на таких вот одинарных оружиях я, в принципе, более-менее еще нормально дерусь. Короче, у него был шанс мне легко навалять двуручным мечом, но он почему-то взял топорик, и я его убил. Ты сумасшедший, блядь, с копьем только что наш пытался ворваться. Не, ну тут уже сильно. Тут уже сильно. А где львы остались? Я их не вижу. Все. Охуеть. Я же говорю, что они штурмуют замок. Не дайте им защитить флаг. Давайте кричаться. Защитить флаг. Предотвратить захват флага.
что за прикол? Где флаг-то? А чё на его? Я горю. А чё он такой здоровый, нихуя себе? А, вон убить, вон они несут флаг, Саш. А не с тени, будь сюда на лодку. А-а-а, чё ебать? Мы так кричали, так бежали. Наши ножки устали. А вот первый враг с топором. Да ебать, меня еще ебани, да, молодец. Я ухожу, там их много. А ты что их тут повыбегала? Да не. Наши дебилы сразу откинулись туда. Надо было встать возле лодки и возле лодки бороться. То есть стать вот живой стеной, вот как настоящие вот пацаны с такими большими накачанными вот мышцами, просто так вот встать там и сражаться. Я знаю, как защиту пробивать. Просто их нажимаешь, он лакает, у тебя появляется шанс. Мы флаг вернули. Бежишь? Трус, умри. Трус. Хорош, Саш. Да, и флагом, блядь. Блядь, я загорелся, сейчас умру. Не, ну уже все, у меня уже ни жизни, ни выносливости не было. Считай, столько бежал полкилометра, кричал. 18 секунд, 15. Давай, 4, 3, 2, 1. Вон он бежит. Да, мы выиграли. На тебе, сука. Это победа. Да, мы просто выстрелили эту победу. Шестой ранг мне не дали. Ну и ничего, в следующий раз дадут.